Поступающие в глаз световые лучи, прежде чем они попадают на сетчатку, проходят через несколько преломляющих поверхностей – переднюю и заднюю поверхности роговой оболочки, хрусталика и стекловидного тела. На сетчатке изображение получается действительным, уменьшенным и перевернутым. По зрительному нерву информация о предмете поступает в затылочную долю коры больших полушарий головного мозга. Там она обрабатывается, в результате чего мы воспринимаем предметы окружающего мира такими, какие они есть на самом деле.